Типом так видно. Я затяну немножко видеоролик по автономности касаемо iOS 15.5. Автономность, я вам скажу, намного хуже, чем у 15.4.1 была. Поэтому не советую вам обновляться. Будет вот 15.6, первая бета уже вылетела, будет еще вторая, третья, может быть сразу релизнут, либо будет 15.5.1, либо же на 15.6 пофиксят автономность. Прежде чем, вот скоро будет iOS 16, прежде чем переходить на данную версию iOS или вообще, я хочу предостеречь тех ребят, которые сидят на 15.2, либо же 15.3.1. Это сейчас самые автономные, самые стабильные iOS, которые вообще могут быть, касаемо линейки iOS 15. На этих версиях я вам не советую скатываться, абсолютно будьте на них, если тем более у вас батарейки уже немножко подизношены, оставайтесь на этих версиях однозначно. Переходить не стоит, потому что вы получите и баги, и плохую автономность, и срежется у вас память. И вообще куча всяких нюансов, зачем оно вам нужно. Да и вообще, напишите мне в комментарии, какая цель вообще вашего обновления на новую версию iOS. Каких-то новых фич там абсолютно нету просто, как по мне, их нет. Ради чего там обновляться? Супер фишек каких-то нет. Даже если будет что-то новое в iOS 16, я уверен, можно программным путем это себе сделать на более старых устройствах. То есть, допустим, у меня iPhone 12, то на iPhone 14, что там выйдет, я могу себе скачать какую-то программу или заплатить доллар, два, максимум 5, и у меня точно та же эта функция будет. Поэтому какой смысл переплачивать, объясняйте, покупать новое устройство, переходить на вот эту iOS, убивать себе этот телефон системой, ну это вообще бред, как по мне. Но вы, конечно же, напишите, мне будет интересно все-таки познакомиться с вашими желаниями. Поэтому, ребята, вот как-то так. Еще раз подчеркиваю то, что самое лучшее по линейке iOS 15 это 15.2 и 15.3.1. Самое автономное, самое стабильное. Кто на них, оставайтесь, даже не думайте обновляться на новые версии. Это 100% вам говорю. А чтобы предостеречь, если уже вы все-таки пойдете на какой-то риск, предостеречь себя от каких-либо потерь данных, всегда советую вам сделать резервную копию в iCloud на вашем устройстве, либо же на ПК через iTunes. Делайте резервную копию, и вы будете в счастье. Безопаснее всего накатывать iOS через ПК iTunes. По воздуху не всегда, потому что быть всякое может, ошибки и так далее, и так далее. В любом случае резервная копия вас спасет от каких-либо таких вот нюансов. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваши комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.